Самый необычный осетр – веслонос. Выделяется от остальных огромным носом, похожим на весло, который занимает чуть меньше половины туловища. Его большой нос, по факту, это локатор для еды. Называется рострум. Родина веслоноса – река Миссисипи, Северная Америка. Единственный осетр, который питается зоо- и фитопланктоном. Поэтому будет хорошо расти в южных прудах с массовым развитием фитопланктона. Плавает с постоянно открытым ртом, отцеживая корм при помощи жаберных щетинок. Веслонос также дает дорогую черную икру, но на юге в прудах на фитопланктоне его себестоимость прироста будет не дороже карпа. Нерестится начиная с 14-летнего возраста, с перерывами 4-7 лет. Нерестится на коротком участке реки Миссисипи протяженностью 300 км, на глубине 4-6 метров на галечном дне. Максимальная длина тела 2 метра, масса 90 кг. Мы запускаем веслоноса в свои пруды для красоты, но только в те пруды, в которых нет мощной фильтрации, потому что если мы воду активно фильтруем, то в пруду прозрачная вода с минимумом планктонных организмов, и веслоносу не хватает питания. Не пропустите новое видео, подписывайтесь.